одно. Тамплиеры — не бездумные орудия в твоих руках. Мы здесь не для того, чтобы убивать твоих врагов под ложными предлогами. Обманешь меня снова, и нашему союзу конец. Смерть стражей Малаша позволила достичь нескольких целей. Когда владыка падет, никто не воспротивится моей власти. Впервые за много лет я близок к победе. Я чувствую его беспокойство, Артанис. Он знает, что я иду. Малаш? Амун. Дыхание жизни помогло мне увидеть истину. Да. Я чувствую его ярость. Он знает, что я его не боюсь. Знает, что через Кхалу ему не подчинить, тогда я обращу избранных против него. Ты еще не выиграл, Аларак. Не позволяй Тиразину затуманить твой взор. Это сражение тебе еще только предстоит. Я уже победил. Я тысячи раз видел внутренним взором, как наношу последний удар. Твоя самоуверенность — лучший союзник твоего врага. Не позволяй ей помочь Малашу. Слова привыкшего к поражениям. Теперь нам доступны боевые единицы наших новых союзников. Ну что ж, давайте поговорим с Алараком, слишком самонадеющимся, но самонадеянным на себя, так сказать, в себе самоуверенным и, в общем-то, да. Не знаю, он слишком самоуверен. Малаш показал себя могучим вождем. Это так. Поэтому победа над ним будет особенно сладкой. Многих ли ему удалось победить в ходе ритуала? Бесчетное число соперников. Он поднялся по цепи Вознесения, безжалостно уничтожая всех на своем пути. Будто его благословил сам Темный Бог. Он получил прозвище «Клинок Амуна». И тем не менее ему бросали вызов. Таковы наши обычаи. И с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью. Малаш любит оставлять своих противников полуживыми и наслаждаться их страданиями. Аларак, я начинаю беспокоиться. Спокойствие — это сказка для юнцов, не готовых к боли и испытаниям реальной жизни. Оставь меня. Мне нужно подготовиться. Слушай, ты слишком часто подготавливаешься к тому, что ты слишком крут. Зачем тебе вообще подготавливаться? Надеюсь, никто не пристрастится к Тиразину, пока мы будем на Слейне. От него очень сложно отвыкнуть. Да, наркотики — это плохо. Талдаримы отвернутся от Амуна и станут нашими союзниками. А это хорошо. Цепь Вознесения — отвратительная традиция. Когда-то и Кхалаи думали также о пути тени, который практикуют неразимы. Это несопоставимые вещи. Наше общество никогда не основывалось на... В основе их организации — железная иерархия, служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим Амуном. Но ведь их удерживают обманом, матриарх. Они не знают ничего иного. Как же они изменятся? Когда-то наши народы тоже относились с ненавистью и недоверием. Да. Мы считали ваши ритуалы варварством, а вы видели в нас только жестокость. Так же сейчас происходит и с Талдаримами. После того, как мы уничтожим Амуна и откроем правду о его предательстве, они станут искать свое истинное предназначение. Свой будущий путь. Ну, или просто признаю, что я ошибалась насчет чистильщиков.
Ты многим рисковал, но сумел преодолеть свои сомнения. Да неужели я опять оказался прав? Да нет, не может быть, ты же права, ты же хранительница, ты знаешь все на свете. Амуну безразличны жизни протосов. Ему в принципе все жизни безразличны, а не только протосов. Новые штурмовые корабли готовы к инспекции. Ну что ж, посмотрим, что нам выдали. Итак, излучатели пустоты, либо разрушители. Покурим бороду. В общем, что нам здесь дали? Нам дали дальнобойный луч. Это при сосредоточении на одной цели дальность атаки излучателя пустоты увеличивается максимальный бонус на 3 метра. Ага. Круто. Это дополнительный урон бронированным целям, кстати говоря. Ну, в общем, они на очень-очень дальнее расстояние теперь бьют. Уничтожено. Либо при непрерывной атаке наносят урон нескольким целям. Вот это, я думаю, более имбовато. Дополнительный урон, естественно, бронированным. Ну, то есть, либо мы будем атаковать на дальних дистанциях, либо мы будем атаковать на ближних дистанциях. Я выбираю ближние дистанции, но наш больше целей. Флот пополнился материнскими кораблями Талдаримов. Должна признаться, они впечатляют. Мы облот силы. Не уверен, но окей. Итак, здесь есть черная дыра. Ну, это круто. Термальный луч, точнее термальный, наносит 200 единиц урона всем противникам, находящимся на одной линии на расстоянии 10 метров. Прикольно. Просто посмотрите, бассейн для гидры. А их смыли в унитаз, ладно. Черные дыры обездвиживают и оглушают врагов. Термальные лучи наносят урон наземным целям на одной линии. И, наверное, может быть активен только один материнский корабль. Ну, вот этим-то как раз и минус. Авианосцев может быть много. И плюс эти материнские корабли, по идее, не дают нам невидимость. Поэтому выберем авианосцы. Какие дела? Посмотрим, что у нас в солнечном ядре. Энтаро Адун Артанис. Энтаро Адун. У Талдаримов странные обычаи. Что будет, если Аларак проиграет? Мне просто любопытно. Нам придется перебить всех Талдаримов, видимо. Откуда на Слейне взялся источник энергии пустоты? Неужели гибриды? Боюсь даже представить, что нас ждет внизу. Угу. Ты повторяешься. Мог бы рассказать что-нибудь интересное. Реагируют. По-видимому, на потоки энергии пустоты на поверхности планеты. Я наблюдал подобное на Ульнаре. Должно быть, Тирозин напрямую связан с пустотой. Талдаримы называют его дыханием жизни. Они считают, что поглощая его, могут обращаться напрямую к Амуну. Довольно условное утверждение, но его нельзя полностью отметать. Свойства этого вещества указывают на то, что оно может происходить из иной вселенной. Возможно, поэтому оно для них священно. Они ищут богатые тирозином планеты, чтобы превратить их в святилище своего бога. То, что мы нашли это место, дар судьбы. Если ключ реагирует на тирозин так же, как на энергию пустоты, я смогу использовать этот газ, чтобы испытать возможности артефакта. Возможно, провидение еще не покинуло нас. Нужно сохранять веру. Я предпочитаю результаты, иерарх. Мощь Амуна превосходит возможности даже королевы клинков. Мы должны действовать наверняка. А ничего, что в принципе при определенных обстоятельствах как бы мы могли бы убить королеву клинков. Ну окей. Ладно, поглядим, что у нас есть. У нас есть 70 единиц. Мне понравился луч воздаяния, но я хочу посмотреть, что же делает солнечная бомбардировка. Она очень такая жесткая, насколько я понимаю. Также
Интересно, что делает луч воссоздания. Ну, посмотреть именно на механику его работы. Я думаю, что надо будет с этим как-нибудь поработать. Ну, а пока... Пока, собственно, все. А вот такие дела. Ну, все остальное меня как бы устраивает пока что. А, и давайте остановку времени, может, посмотрим, что она вообще делает. Да, давайте посмотрим остановку времени. Окей, надеюсь, это полезно. Тьма алчит крови, Малаша. Пришла пора мне захватить власть. Да начнется Ракшир! Ну, давай. Ритуал Ракшир начался. С этого момента лишь Аларак и Малаш имеют право сражаться друг с другом. В этом бою нужно победить Ника и повергнуть его в бездну обреченных. Тот, кто сделает это, станет новым лидером Талдаримов. Проигравший же лишится жизни. Похоже, их силы примерно равны. Так и есть. Однако, насколько мне известно, Ракшир не запрещает союзникам бойцов поддерживать их на псионном уровне. Наши воины смогут прийти на помощь Алараку, но Талдаримы также могут поддерживать Малаша. Я подготовлю наши войска. Малаш будет яростно сражаться, чтобы удержать власть. Мы должны быть готовы ответить тем же. Ну что ж, мы можем здесь сделать некоторые качели, чем я, в принципе, и займусь сейчас, наверное. А пока что давайте мы построим здесь газилку. Скоро Талдаримы пошлют воинов на помощь Малашу. Мы должны всячески поддержать Аларака. Что ж, давайте Талдаримы это сделаем. А пока что... Алараку понадобится помощь наших воинов. Я... Губ пустота... Замечательно, хотя я на самом деле пока что... Ваша псионная сила переполняет меня. Вперед, рабы! Убейте всех, кто придет на помощь Малашу. Аларак, ты офигевший, я вижу, вообще. Ты забыл, что эти воины подняются мне, а не тебе. Они будут служить тебе. Это, во-первых, во-вторых, они не рабы так-то, если я что. Я не знаю, как такое возможно, но мои сканеры показывают, что концентрация соларита в местных организмах крайне высока. Нужно уничтожить этих зверей. И думаю, что Алараку об этом знать не обязательно. Как скажешь, иерарх. Естественно, не обязательно. Тем более Аларак пока пострадает фигней. Я не думаю, что он сильно умрет, если я вдруг его брошу на некоторое время. Ради возмездия. Тем более, видите, они пока стоят, отдыхают. По-твоему. Мы к зверям полетим. Жду приказаний. Ой. Давайте мы сделаем вот так. Тени. Замечательно. Ярость холодна. Отлично. Заманчиво. Великолепно. Круто. Что у нас здесь? Ну, здесь ему пока никто не помогает, что тоже великолепно. И у нас скоро будет вызов подкрепления, что тоже классно. Поставим сюда сталкеров. Я здесь, среди и идем потихонечку уничтожать, наверное, я животных. Воу, ты еще что за фигня? Элементаль Слейна. Вау, какой он охрененный, слушайте. Ради возмездия. Ну так, кстати, может уничтожить некоторых моих винтов. Чего бы мне, в принципе, не особо хотелось, если честно. Хорошо.
Сейчас надо пойти помочь мы нашему другу. Крадущиеся тени. Давайте добьем здесь все тоже. Прекрасно, воины. Первый зверь убит. Вечно. Заманчиво. Хотя Малаку, в принципе, пока вроде нормально. В каком-то смысле ему даже пофиг. Очень разумно. Ради возмездия. Вера. Чуть-чуть его сталкивают, кстати, получается. Будь по-твоему. Я не буду. Малак все-таки слабее нашего дорогого друга. Пока я могу судить. Вот, но мне нужно поддержать его 25 юнитами для ачивмента. Было бы мудро вызвать здесь второй нефтус. Чем я скоро и займусь. Я голос. Прям предугадываешь мои мысли, друг мой. Давайте этим и займемся. Здесь мы можем поставить сколько-то наших друзей и вызвать здесь действительно Нексус. Попутно. Ой. Попутно здесь же поставив газилки и пилончики. Ну, хотя бы один. Крадущиеся тени. Говорится, и на том спасибо. Очень разумно. Так, никто не имеет права ему сопротивляться, помешать и что-то в этом духе. В общем-то, мы должны держаться от него пока подальше. Ради возмездия. Крайне я считаю, что это имеет смысл какой-то. Так, раз, два, три. Отлично. По-твоему. Заманчиво. Великолепно. Очень разумно. Пока стада, что мы продолжаем. Я здесь. Выигрывать. Среди. А, так, мне знаете, что надо? Мне нужно подстроить еще пробок побольше. И вот этой пробочкой, я думаю, что мы подстроим с вами. Построим с вами нехватание минералов. Мои навыки пригодятся тебе. Тем временем им помогают, кстати говоря. Ничто не помешает мне отомстить. Артани сшли своих воинов. Заманчиво. Воу, то есть он реально всех замедляет? Слушайте, круто работает, прикольно, мне понравилось. Вот я думаю, нас все равно убьют малость. Ну, окей, давайте поможем ему продвинуться немножко. Потом он что-то как-то отстал самую малость. Так. Замечательно. Добавим Нексус сюда. Чай все шлют сюда. Все-все. Все-все и вся. Вот они снова сражаются на одной точке. Как я говорил, я заранее устрою здесь качели. Поэтому все здесь так и будет. А тем временем. Войска Талдаримов собираются напасть. Что-то на наш Нексус. Братья! Сейчас убить мы это всех пресечем. Перворожденных. Хорошо. Ради возмездия. Видимо, вот они. Минус сталкер. И минус по-твоему. Остальные. Замечательно. Проходим дальше. Надо будет сейчас убить нашего друга. Здесь все же сделаем. Мы крадущиеся тени. Все вернется на круги своя. Замечательно. Заминусили. Великолепно. Координаты зверя получены. И мы видим здесь базу. Телепортирую его на корабль. Будь по-твоему. Мы видим здесь базу противников. Хорошо. Что мне не очень нравится, но... Заманчиво. Давайте потихонечку нападать. Мы... Всекаемся с зелками. Тени. Мне кажется, что я немножко зря здесь напал. Уничтожает мой воздух, гад. Но, в принципе, все нормально. Надо уничтожить по-бырому анти. Воздух единственный, который здесь может появиться. Иерарх,
я чувствую присутствие гибридов. Пиздец. Они идут на помощь Малашу. К нам явились посланники Амуна. Воины, сражайтесь достойно! И однажды вы тоже вознесетесь, став гибридами. О, твоя ложь так убедительна. Я почти восхищаюсь тобой. И все тени. Так. Ничто не помешает мне отомстить. Артанис шли своих воинов. Хорошо, я-то сейчас пошлю, конечно, воинов, но подожди немножко. Мне нужно полностью лишить эту базу энергии. Я надеюсь, что я успею добежать. Хорошо. Так. Артанис, я долго не продержусь. Мне нужно больше силы. Что, боишься? Забоялся, друг мой? Забоялся. Тени. Ну вот видишь, а ты боялся. Давай, ты спокойно его оттеснишь назад. Вообще не понимаю, что ты паникуешь. Маленькая девочка какая-то. Так, пятый. Перемещай, пожалуйста, сюда. Почему ты не перемещаешь все? Мне нужна еще одна пробка. Одна, я сказал, а не две. Построй нам, пожалуйста, побольше пилонов. Спасибо. И... не знаю, кибернетка. Сюда. И... какой-никакой воздух. Также построить еще одну. В принципе, нормально. Попутно пока что будем уничтожать наших врагов. Всех и вся. Отлично. Замечательно. Все, сидим, отдыхаем. Я сердце тьмы. Что, ты его оттеснишь, что ли? Хорошо. Или, он его оттеснил только из-за того, что пушки. Стоп, пушки? Серьезно? Пушки как-то влияют на это? Не знал. Давайте сделаем вот так, смотрите. У меня есть идея. Если поставить здесь пилончики. Ну, как бы нам все равно пилоны нужны, правильно же? И поставить там, соответственно. Да, пушки влияют, смотрите. Как и любые другие строения, я так понимаю. Лол, я удерживаю его пробкой. Боже ты мой, насколько я крут, пафосен и эпичен. Ладно. Давайте сделаем вот так. И сзади поставим щиты. Замечательно. Все, можете добывать дальше, ребята. Я думаю, что все будет хорошо. Так, здесь нам больше ничего не нужно. Давайте на улучшение. Подстроим парочку ребят сюда. Также нам будет нужен некоторый воздух, который мы тоже сюда скинем. В принципе, меня все устраивает. Хорошо. Но мне нужно 25 юнитов. В принципе, как таковых. Я думаю, что все это будет нормально строиться. Так, знаете чего? Давайте мы подстроим нам с вами хотя бы два гейта. В идеале больше, конечно. База атакована. И вернемся я сюда. Я чувствую приближение гибридов. Будь наготове. Атаковал нашу базу? Серьезно? О, боже, бедные часовые. Близится. Ладненько. База атакована. Давайте мы пока отойдем. Крадущиеся тени. Давайте убьем гибридов заодно. Что ты предложишь? Все. Замечательно. Гибридов мы просто отличнейшим образом убиваем. Великолепно, минус пилон. Замечательно, а теперь иди нафиг, сиди здесь. Мои навыки тебе пригодятся, но я буду заниматься своими делами.
Потому что здесь они снова восстанавливают базу, я так понимаю. Нет, они здесь не восстанавливают базу, кстати говоря. Дальше ему пока никто не даст пройти. И дела. Поэтому эта тактика грамотно работает. Близится наш час. Так, собираем большую армию. Надеясь на что-нибудь. И давайте создадим еще несколько полезных юнитов. Так, гиты. Спасибо. И делаем гиты сюда. Отлично. В принципе, я думаю, что все хорошо. Здесь 19 нормально. Очень даже хорошо. А и потом делаю вот это развитие. А ты почему-то не улучшаешься. Ну и ладно. Так, что у нас здесь? Давайте наклепаем нам парочку хороших ребят. Я здесь, среди. Что, неужто они его продвигают? Давайте мы в тылом зайдем. Этого они точно не ждут. Кабум! Все юнги замерли. Этого они не ожидали. Вот этого они не ожидали, конечно. Интересно, а на каком расстоянии они замирают? Ну, видимо, не на сильно далеком. Что ты? Я не знаю, сколько у меня юнитов сейчас под моим контролем. 33 юнита. Пожалуйста. Все 33 юнита сейчас... Вот ачивка есть. Армия Талдаримов движется на нас по верхнему проходу. Приготовиться к защите. Талдаримы, убейте всех сейчас перворожденных. И вас ждет вознесение. Везде. Хорошо. Так, мне просто интересно, откуда они придут. Видимо, отсюда. Ладно, давайте сделаем так, что... Сейчас подстроим. Там немножечко сталкеров. Звука одного, например. И уничтожим здесь базу противника, соответственно. Хотя, честно говоря, совсем нагло, но ладно. Радующиеся тени, заманчиво, будь по-твоему. Впрочем, там надо было, по-моему, три Нексуса уничтожить по ачивменту. Но, в принципе, я делаю именно то, что надо. Что ты предложишь? Даже подфризнуло, ребят. Даже подфризнуло. Я не буду служить тебе. Все замечательно, давайте. Предварительное сканирование показывает, что солорит является побочным продуктом работы их аномальной пищеварительной системы. Ты хочешь сказать? Впрочем, неважно. Я не желаю знать. Шо? Будь по-твоему. Учение завершено. Что, но они кушают солорит. В чем проблема? Что, что тебя так разочаровало в них? Крадущиеся тени. Так, ну он проходит вперед, но я думаю, что воздух там не пройдет, потому что. Все, в принципе, там расколебется. Малашу приближается не надо. Гибрид доминатор. Будь по-твоему. Прям гибрид, прям доминатор? Возмездие. Мы крадущиеся тени. Ну, сейчас мы этого гибрида доминатора надоминируем немножко. Ради возмездия. Будь. Отлично. Доминировали гибрида. Нашу ярость. Доминировали еще одного. Что ты предложишь? Просто великолепно. Заманчиво. Да, нас, конечно, покоцали здесь, но, блин, хорошо. Это было как бы два гибрида, это логично. Очень разумно. Будь по-твоему. Вераку. Пустота. Так, нужно уничтожить три Нексуса, это значит, что сейчас нам просто важно и необходимо я уничтожить не один из них. Служить тебе вечно. Очень разумно. Вот первый Нексус, который мы уничтожим здесь, это будет вот этот. Я надеюсь, что это будет все хорошо. В принципе, да, еще раз повторюсь, у меня куча ресурсов, я это знаю, поэтому писать мне об этом в комментариях не надо. Я один фиг, ничего не вижу смысла особо здесь как-то развивать, потому что это, в принципе, особо не надо.
И давайте еще раз выберем наших ребят. Все-таки запишем их на отдельную кнопочку. И запустим здесь немножко зиотов. Запустим здесь немножко... Немножко зиотов. И немножко сталкеров. Я немножко неправильно сказал, простите. Очень разумно. В принципе, помогать мы больше некому. Мы фактически разрушили все, что здесь есть у него. Будь по-твоему. Поэтому я думаю, что все круто. Заманчиво. Хорошо. Я ему не просто неоткуда, собственно, своих юнитов подварпливать, что-то с ними делать. Мы едины с тенью. В отличие от нас, потому что у нас такие места такие есть. Ну что ж, давайте ему поможем и, собственно, просто завершим эту миссию. Потому что это единственный шанс ее спокойно завершить. Я сердце тьмы. В принципе, я зачистил как бы всю карту. То есть, ну, не знаю. Больше нечего делать. Ради возмездия. Он очень быстро будь идет теперь. По-твоему. Смотрите, сколько юнитов его подпитывают. Тени. Мы с тобой, ну, конечно же, не дают подойти. Малаш. Вскоре все познают глубину твоего вероломства. Хорошо. Ну, будем надеяться. Очень. Но мне нравится вот эта штука, смотрите. Бабах такая. Опа. И все бы замерли, чтобы здесь был. Наш господин уже победил. А, блин, надо было на гибридах ее изымать. Ты лишь поведешь Талдарима в гибели. Нужно поспорить в смерти. Фак, я не могу скинуть их. Праву ритуала Ракшир теперь я, ваш владыка. Слушайте и повинуйтесь. Малаш обманул вас. Нам не дано вознестись. Талдаримам никогда не стать гибридами. Амун предал нас. И за это его ждет смерть. Этот гад чуть не свалил моих сталкеров в эту яму. Сволочь. Вот, я выполнил все ачивки, отлично. В общем, всем спасибо и пока-пока.